большая проблема со столовыми. У нас, если ты перехватишь какую-то булочку, то это счастье, которое тебе упало с небес. А так, ну, хорошо покушать уже не удастся в это время. Ну, работу найти тяжело сейчас. Особенно студентам. Вот, ну, стараемся. А как выкручиваетесь? Где работаете? Ну, как бы подрабатываем в основном. Где-то на стройке, где-то, ну, в доставке бывает. Зубы лечить. Зубы. Это связано с тем, что стипендии низкие, например? У меня вообще нет стипендии, я платник. У меня платное обучение. Очень мало профессий, специальностей, направлений, где есть бюджет. Скажите, а сколько год обучения обходится? 120 тысяч. Вначале было меньше, но с каждым годом они поднимаются. А готовы к трудоустройству? На этот счет, кстати, беспокоюсь очень сильно. Я думаю, что я все-таки в Барнауле поступать вряд ли на высшее образование буду, но по этой же специальности буду двигаться, но в других регионах. Нам негде посидеть и приходится просто стоять. Вот такие у нас проблемы. Было бы славно, если бы нам поставили хотя бы один или два диванчика на четвертый этаж, корпус D, вот Димитрова 66.